Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Попади в десятку». У нас на обзоре пневматический пистолет Blow H01. Поставляется он в удобном пластиковом кейсе, который отлично подойдет для переноски и хранения. Изготавливается данный пистолет в Турции, отличается простотой и надежностью конструкции. Корпус полностью изготовлен из прочного пластика, окрашенного в черный цвет, что делает модель весьма и весьма практичной. При этом ствол и внутренние механизмы сделаны из металла. Более того, ствол оснащается нарезами, что позволяет добиться хороших показателей кучности и дальности стрельбы. Стрельба, к слову, здесь ведется свинцовыми пулями калибром 4,5 мм. Пистолет однозарядный. Пуля устанавливается в казенную часть ствола. Производителем заявлена максимальная скорость вылета пули из ствола 120 метров в секунду, что весьма неплохо. Пистолет отлично подойдет для развлекательной стрельбы, а также для спортивных тренировок. В качестве прицельного приспособления здесь используется закрытая мушка и регулируемые цели. Плюс ко всему имеется крепление типа ласточкин хвост 11 мм. Так что дооснастить этот пистолет каким-либо дополнительным прицельным оборудованием не составит труда. Длина корпуса пистолета составляет 320 мм. В руках он лежит очень приятно и удобно. Данная модель позволит вам сэкономить немало средств на покупке газовых баллончиков. Ну а надежная конструкция обеспечит вам длительную и комфортную эксплуатацию. Купить этот пистолет вы можете на нашем сайте. Ссылка в описании к этому видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».